Привет, ребятки! Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта. Я секретный космический Хоспорт. И это... рад вам представить Final Fantasy Tactics. Древнючая игра, древнее меня, мне кажется. Нет, на самом деле нет, конечно, 97-го года, мне уже было до хрена лет. Но, в общем, суть в чем. Я на самом деле хотел устроить что-то типа марафона, знаете, по играм, в которые я мечтал сыграть в детстве, но не смог по причине отсутствия консоли, там, или отсутствия компа, на котором можно ее эмулировать. У меня комп появился довольно поздно, и он был маломощный, так что максимум, что я мог эмулировать, это SNES. Вот, и Final Fantasy Tactics была одной из тех игр, в которые я мечтал сыграть, но так и не сыграл. И вот сегодня мы с вами познакомимся с этим делом. Да, я хотел сделать типа марафона новогоднего в виде стримов, но выяснилось, что мой Wi-Fi не дает мне возможности нормально стримить, а в комнате спит ребенок, поэтому там невозможно. Вот. Значит, о Final Fantasy Tactics я узнал в свое время, знаете где? Я узнал в журнале «Великий дракон». Надеюсь, что кто-нибудь из вас его помнит. Это был замечательный журнал, который, если мне не изменяет память, появился на базе погибшего стиперовского журнала «Дэнди», что само по себе является верхом в истории нашей страны, как вы знаете, и так далее, и тому подобное. В общем, это был мой любимый, наверное, журнал в детстве, так что погнали, давайте без лишних разглагольствований, точнее, разглагольствовать мы будем с вами позднее. Я Алазлам, ученик, преподаватель древней истории и вальс. Так, насчет имени. Давайте подумаем. Но. Имя у нас, конечно же, будет... Хоспорт. Все-таки это космическая станция Хоспорта. Да, у меня в тот момент была только, собственно говоря, стиперовская Дэнди. Поэтому максимум, во что я мог играть, это в Little Ninja Brothers. Окей. Это сделали. Да. Да, 1 января. Хотя, давай-ка 12 января, как у меня на самом деле. Да, у меня скоро день рождения. 35. Я старый пердун, заставку не будем смотреть. Вчера я пробовал сделать стрим. Ну, когда вы это смотрите, наверное, уже позавчера. Вот, и у меня, короче, монастырь Арбон. Отвратительная была скорость, постоянно падал коннект, в общем, не удалось нормально устроить новогодние, так сказать, поигрули, поэтому я записываю видос, собственно говоря. Не знаю, посмотрим, я думаю, что мы попробуем пройти эту игру, но она в целом довольно большая, чтобы пройти плюс-минус быстро, надо хотя бы, господи, пожалуйста, спасите детей Вальса. Хотя бы пару боев за серию проходить, потому что иначе, конечно, мы не вывезем. Будет очень длинный плейлист. Принцесса Авелия. Офелия, видимо, но Авелия. Пойдемте, говорит женщина-рыцарь. Подождите еще мгновение. Агриас. Агриас. Стражники уже должны были уже подойти. Принцесса, не давайте, не доставляйте Агриас проблем. Пожалуйста, поторопитесь. А вот и пати героев. Black Knight. Что происходит? Мы ждем уже час. Не будьте грубы с принцессой, Гавгарион. Все будет в порядке, Агриас? Это нестандартный заказ для нас. Так что, даже среди Хакутена есть грубые рыцари. Я был более чем мил с гвардией здесь. К тому же мы наемники, нанятые Хакутеном. Я не должен выражать вам свой респект. У него это усы... Простите. У него это, видимо, усы, так что он, видимо, старый. Что? How dare you?
Достаточно, пойдемте. Домолилась, видать. Ну, пойдемте. Значит, Final Fantasy Tactics. Да, в свое время, с богом. Да-да, тебе тоже всего хорошего, Саймон. В то время я знал только седьмую и девятую финалку. Леди Агриас, враги. Принц Голтан здесь. Ну, пойдем наваляем. Хоспорт, у тебя тоже проблемы какие-то? Я больше не рыцарь, наемник, как и ты, так что все в порядке. Пойдем надерем жопу. Вот, и я как бы и не знал особо, что есть другие. Я в том же Великом Драконе только читал про восьмую часть. И по описанию она была шикарна, в отличие от реальности. В реальности меня восьмерка очень не порадовала. Ну а дальше, после девятой, все пошло просто по одному месту. Я совершенно недоволен продолжениями. Хотя я прошел 12-ю, прошел 13-ю, вот это все. Но это совершеннейшая фигня, если честно. Мне уже все, мне уже не нравится финалка. Последняя хорошая, на мой взгляд, была 9-я. The Crest of the Black Lion. Крест Черного Льва. Это что, что не так с принцем Галтаной? Он полный идиот. Он что, хочет начать войну? Рыцарь Галтан. Нет смысла, короче говоря, выпендриваться. Просто раздобудьте нам принцессу. Отдайте нам принцессу, и это прекрасное ваше личико будет, короче, изуродовано навсегда. Окей. Погнали. Идиоты. Только идиоты будут атаковать в лобовую. Оставь это на нас. Мы тогда не заработаем денег. Рад, Хоспорт, следуйте за мной. Давай, последуем за тобой, да. Я уже вчера поиграл, поэтому Condition for winning defeat all enemies. Поиграл, поэтому не буду особо заострять внимание на сложностях местной системы игровой, хотя она, конечно, специфическая. Убить всех, никого не отпускать. Нонсенс, не нужно убивать всех, надо просто... Это именно то, чего Галтана хочет от нас, отпустить их нафиг. Это невозможно. Да, графоний такой еще. Ну, здесь, короче говоря, в основном автобой будет. А у меня, кстати, здесь какао, вам тоже рекомендую. Автобой по причине того, что мы рядовой член пати, а не... А не кто-то специальный, поэтому... Давайте сразу сюда сбегаем, потому что дальше будет... А что у нас по акту? Атака? Нет, атака нам пока рано. Яйца. Аккумулей, даш, виш. Давайте аккумулей. Ага. Физическая атака плюс один. Да, в общем, это тактическая игра. Мы, может быть, с вами еще посмотрим на вторую часть, которая, по-моему, на Advance выходила. Она такая посимпатичнее выглядит. Потому что все эти PS-овские самые, конечно, да еще и через эмулятор, сами понимаете. Вот, но в остальном это интересно, действительно, для меня ностальгический момент. В Великом Драконе было очень классное описание этой игры, оно строилось на том, что они просто показали все классы, которые здесь ездят, всякие там рыцари, ниндзи и так далее. И показали, дали краткое описание. И я все думал, откуда они его взяли. Неужто там все официально связали с разработчиком? А вот сейчас, когда я начал играть, выяснилось, что это данные из меню. Они в меню прописывают все это дело. То есть, в принципе, красивый материал можно было сделать просто, сделав скрин. Не очень удачная вещь. А вот этот вот Фукис, он вообще, между прочим, хилер. Диш какой-то. Окей. Гавгарион атакует. Master of all swords, cut energy, night sword. Ну, на лекаря прям. Ну, лекарь не желез. Практически. Хотя нет, смотри-ка, желез. Он желе.
Так. А ребята воюют без нас вообще. Куда я могу дойти? Давайте посмотрим. Так, а, у меня сдвинулась рука. Да, здесь можно вращать камеру. Мы можем встать вот сюда и жахнуть его со спины, на самом деле. Давайте так и сделаем. Акт атак. Enemy. Ну давай его. Какой у него хитпоинт, я что-то не понял. Что-то как-то очень дохрена. Стазис лорд. О, она атакует вокруг себя, вы смотрите. Агрес крутая. Ну не зря она священный рыцарь. Алисия. Прикрывает нам спину, кстати. Самое смешное, что бой-то до конца все равно не дойдет. Это с места в карьер, так сказать, в большей степени учебный такой вариант. 28. Гавгарион продолжает атаку. У него какой-то этот скилл довольно сильный. Смотри, всех порубили почти. В прошлый раз у меня все это быстрее закончилось. Так, мув, да? Дай-ка я прицелюсь. Давай вот сюда. Да. Ну и давай атаковать. Enemy. 59 у него хитов. А у меня 153, нифига себе. Я его почти добил, смотри. Они еще и ходы, походу, передают друг другу. Угу. Визалев. А, Heal from the Sky, Q2. Да, нереально в паре работает, походу. Ну вот ладно. Нам бы еще один удар дали бы. И тогда можно, собственно говоря, можно его хоронить. Но самое смешное, это что мы все равно победить не сможем. Или сможем. Внезапно. Отстаньте от меня, кричит принцесса Авелия. Черт! Ну да, смотрите-ка, мы победили, но ее все равно украли. Рыцарь, иди сюда и будь тиха. Чего я должна тебя слушать? Что за назойливая принцесса? На, посусал он. Схватил золотого чокобу и поскакал. Ну-ка, стоять. Не надо на меня обижаться, обижайся на своего бога. И сбежал. Вот такой вот у нас зачин. Значит, у нас здесь будут политические дрязги и все такое. Это такая игра. Она не... Делита? Ты жив, Делита? Почему ты помогаешь Голтону? Почему? Игра такая, она не столько приключенческая, сколько там всякие политические течения. Ну, как вы понимаете, первый этот бой, он буквально ни о чем, то есть он бесполезен, на самом деле. В нем в любом случае как бы нельзя нормально выиграть. В
Почему вот этот текст нельзя промотать вообще? Короче, объясняю. Значит, предыстория. Была 50-летняя война. Это я вчера узнал, да. Там уже монархи от старости помирают, а война все идет. И, соответственно, она... Нас вот сейчас возвращают в прошлое, когда война заканчивалась. Умирает король. И начинаются брожения послевоенные, стандартные, там разруха и вся фигня. И в это время в, так сказать, Академию стражников, местных рыцарей благородных, поступает наш главный герой Хоспорт, который является представителем местного рыцарства, дворянства. Он поступает в Академию, так сказать, с идеалами и всем остальным. И мы будем играть сейчас за него, причем за его версию вот тех вот далеких времен. Вы бы видели мой сетап сейчас. Я на самом деле сижу с очень странным сетапом. У меня ноутбук, я приделал держатель для мобилы, он у меня держит микрофон. На него же навинчен шумодав. Я поставил пару коробок картонных из-под яиц, чтобы они хоть немножко гасили звук. Звук кухни, я имею в виду. Ну, конечно, полностью загасить они его не могут. Но, по крайней мере, его чуть меньше, чем раньше. Сейчас даже попробую кое-что сделать. Я слышал, что еще один вагон было такого. Наверное, это мертвые тела. Это местная банда. Что-то начинается, говорим мы. Это то самое, колет пальцы, так всегда надвигается беда, если вы помните. Это Леди Макбет, по-моему. Знаешь что-нибудь, Делита? Нет, но могу предположить. Что ты имеешь в виду? Могу догадаться. Принц Ларк приезжает в город. Принц Ларк? Нахрена-то? Не только Ларк, но еще маркиз Эльмдор оф Лимберри тоже. Вот это новости. Это ведь не официальный визит, да? Тут есть, короче говоря, опасные зоны. Повсеместно вывались. Рыцари Хокутена прямо посреди, так сказать, операции зачистки. Но страдают от недостатка людей. То есть вот, зачем им нужны мы, кадеты? Все стройсь. Пришел. Хокутен Найт, рыцарь Хокутена. У вас есть миссия. Как вы знаете, варвары быстро увеличивают свою численность здесь, в Галеоне. Предатели Death Corps, мертвые тела, ненавидят королевскую чету, королевскую фамилию. Мы не можем не обращать на них внимания. Начинаем уничтожение этих предателей по приказу нашего мастера. Рыцари Ларга размещены временно во дворце Игрос. Большое количество других групп будут участвовать. Ваша задача — поддерживать фланг. Вы идете в Игрос и будете защищать его. Кто-то прибежал. Кадеты, готовьте свои мечи. Банда сраных, короче, воров пытается пробраться в наш город. Начинаем подготовку для того, чтобы выгнать их из города. Следуйте за мной. Это передовая линия операции, вот и все. Короче, выступаем незамедлительно. Хотите ли вы засейвиться? Да. Да, будем перезаписывать. Это вот мой вчерашний сейв как раз. Ага, перезаписались. Так. Окей, давайте выбирать расстановку. Я, короче говоря, тупой, поэтому... Я вот по этой картинке не до конца догнал, на самом деле, что... Здесь можно поставить как бы несколько персонажей.
Вот. Так, смотрим. Сквайр. Сквайр. Чемист. Так, чемиста мы обязательно ставим сюда. Да ты издеваешься. Сюда. Тогда поставим, да? Чемист — это местный лекарь. У него есть 5 поушенов в комплекте. И надо будет следить за тем, чтобы они у него всегда были под рукой. Так, Сквайр Ханна или Вики. Они, в принципе, на одно лицо, на самом деле. 55-62, здесь 59-57. Ну, давайте вот Ханну. Так, и у нас еще двое, да? Вики, Марлен, Хуспорт, Клейтон и Масахиро. Давайте Масахиру поставим сюда, а сюда поставим Клейтон. Вот так. А с таким вот сетапом мы с вами commencing attack. Are you sure? I am sure. Пойдем надирать жопы местным бандитам. Магический город Гарриленд. Смотрите, какая рава у нас и какая слабая ганга у них. А это чё? Просто толпа детишек. Какая удача. Окей, завалим этих детишек, короче, всех и всё, всем жопа. Давай попробуй завали меня. Давай. Condition for winning, defeat all enemies. Вот этот хрен, который украл принцессу в будущем, вон он слева стоит, видите, я сейчас даже мышью покажу. Вот это он, да? Наш гестовый персонаж. А это, короче говоря, какой-то друг нашего главного героя, и он почему-то оказался на другой стороне в будущем. В данный момент он на нашей стороне, мы все выпускники Академии, все дела. Вообще он выглядит, честно говоря, как Барретт. Немножко, но почему-то на изображениях, на аватарах он выглядит не как Барретт. Вероятно, это связано с тем, что портреты здесь классовые. То есть у персонажей своего, каждого класса свой портрет. Вообще, мне больше всего по вайбам эта игра напоминает, как ни странно, старый XCOM. Если честно. Так, давайте двигать Масахиро. Да? Масахиро у нас мечник. Что, собственно, неудивительно. Тащим его сюда. А Ющура, да я щупаю. Давай выйдется. Это еще один сквайр. Пустим его в обход. Вот сюда вот. Да. Что у тебя есть за basic skills? Dash. Нет, dash нам пока не нужен. Атаковать ему, собственно, некого. Так что ждем. Надо только не забыть туда еще кого-то отправить, потому что Хоспорт, аккуратнее, не... Короче, не беги поперек паровоза. Не надо патронайзить меня, Делита. Я... Биоульф. Из Биоульф семьи? Так вы кадеты военной академии. Хе-хе-хе, сраные дворяне, мы вас сейчас... Вам глаз на жопу натянем. Окей. Он у нас пойдет... бить вот этого дегенерата. Дегенерат очень раздражающий. Мы, я должен заметить, достаточно сильны. Минус 20 хп с вероятностью 100%. Ну давай. Да, в общем, мне это очень сильно напоминает старый XCOM. Так, у нас тут еще один сквиртл. Сквиртл. Смешно. Давайте его... Ее, точнее. Где здесь она может встать? Ага, вот сюда. Женщина-сквиртл будет стоять здесь. А вот лухаря мы отправим прямо за ней. Отсюда он теоретически дотянется до... Отсюда он дотянется лекарством до кого угодно. Поэтому это так. Намана. Все, минус один.
и отбежал. Но он хитрый жук. Там наверху, кстати говоря, это ниндзя, походу. У них вот тоже есть один лухарь. Его надо выносить в первую очередь, потому что тварь неприятная. Минус 15. Но это не критично. Так. Мув, да? Или пойдем им вперед? Вопрос интересный. Не видно ни хрена, честно говоря. Да, давайте вот сюда. Да. Наваливаемся на него. И пусть он его лечит в крайнем случае. Не так важно. Ну, 35 хитпоинтов, так что долго он все равно не проживет. Ага. Так, здесь кто у нас? Нет, давай сразу. Враг 33, 95%, минус 20 хп. Да, смотри-ка, сработал. Я боюсь, что как и в... Как и в XCOM'е, 90% вероятность будет нифига не надежной. Ну все, добивали. Минус 12 с вероятностью 100%. Не добили, получается. Ну ладно. Так, можем ли мы... Куда мы можем подойти? Можем ли мы ее ударить? Нет, отсюда не можем. Подожди. Так, теперь наш герой идет, да? Ну, очевидно, он пойдет мочить лухаря. В том числе потому, что это не особо опасно. У него, конечно, 37 хитпоинтов, а восстанавливает он, кстати, по 30. Так что мы вряд ли сможем его загасить. Но это не так важно, на самом деле. Зигги идет. Такой важный, важный. Минус 15. Этот куда-то намылился, смотри-ка. Обидно, что я не могу камерой вращать во время боя. Он сейчас, я думаю, будет себя лечить. Пока он лечит себя, он не лечит никого более, что является очень неплохим делом. Так. Нет, мувиться не будем, сразу атакуем. Ее добиваем. Я знаю, что я зря трачу атаку на единицу урона, но мне так как-то спокойно. Окей. Куда ты можешь дойти? Ну, это не серьезно. Да, надо прокачивать ему дальность ходьбы. Так. Может, ты его добьешь все-таки? Ну, идиот. Окей. Так, твоя очередь. Она ниндзя. Это на самом деле не очень хорошо. А, нет, это... У нас нет ниндзя, точно, это сквайр. Сквайр это хорошо. 95% вероятности минус 12. Не очень серьезно, если честно. Ну ладно. Так, теперь моя очередь. В теории мы можем мочкануть вот этого. У него всего 20 осталось. Давайте так и сделаем. Мочить лекаря не вижу смысла. Точнее, нет, на самом деле это очень правильно. Мочить лекаря первым, все, сдох. Но это было бы правильно, если бы они были, как бы, если бы они сгрузились. А так как они...
уже разбежались и уже в основном побиты, нет никакого смысла этим заниматься. Wait, ждем. Ну давай, Делита. Он тоже сквайр, кстати. На этот решил атаковать из воды. Несколько странное решение с его стороны. Хе, у него левелап. Это очень смешно, конечно. Окей, у этого 13 хитов. Что невыразимо мало. Так что пусть он погуляет. Туда пусть. Пусть гуляет здесь. Не будем терять персонажей. Всегда лучше. Даже всегда лучше не терять. Минус 15. Даш, не знаю. Ну давай еще 12-7. Ах ты зараза, серьезно. Даже попасть по нему не смогла. Ну это печаль. Все, зажимаю этого гада и добиваю его. В целом он, конечно, ничего плохого мне не сделал, но... Джоб левела. Смотрите-ка, повезло. В первом же бою практически. Так, этим нужно уходить, потому что сейчас его догонит тот жук. Не, ничего делать не будем. Нам вообще в этом бою практически не пришлось лечиться, что самое интересное. Так, этот побежал затем, да? Я так понимаю. Это 13-й хитовый. А где, кстати, наш враг? Там все еще стоит, да? Ладно, пусть стоит. Угу. Ты решил... Понятно. Атаковать лекаря. Ну, это было бы правильно, если бы было. В данный момент никакого смысла в этом уже нет. Может ли он... Basic skills нет, а так... Нет, не может. Так что ждем. Так, а ты сможешь по нему все-таки нанести удар или что? Смогла еще, смотрите, джоп левела получил. Отлично. Упал трежер чест, смотри-ка. Так, ладно, идем сюда. А так-то нет. А, у него нет. А здесь есть персонажи, которые умеют кидаться камнями просто. Так, а вот тебя мы сейчас отправим, наверное, за сундуком. Если ты дойдешь. Серьезно, ты не можешь дойти до него? Бродсворд. Давай, Делита, добивай его к чертям. Я и так большую часть работы сделал. За тебя, твою мать. Why do you continue committing acts like robbery? Спрашивает Хоспурт. Если будешь вести честную жизнь, то ты никогда так не умрешь, как они. Вот эти вот бандюки. Congratulations, this battle is complete. Окей.
Что там по времени? 35 минут. Ну, успеем еще на сюжете посмотреть. Мифрил Найф, Феникс Дау и Поуш. Нав лоадинг. Да, симпатичная очень игра, на самом деле. Очень симпатичная игра. Ну, конечно, реализация уже не та. Уже не та. Гарриланд Мэджик Сити. Бар, шоп, солджер, офис. Давай зайдем. Кого вы хотите нанять? О, мы можем... А, изменить имя можно только у монстра. Ну, это просто файтеры. Причем даггеры. Ладно, давайте шоп посмотрим. Честно говоря, у меня есть проблемы. Я не знаю, как здесь... А, треугольничек. Не очень понял. Бродсворд. А, это то, что... Так, ну мы один купили, да? Еще у Вики. Но в целом они нам нахрен не нужны, на самом деле, потому что... Они-то у нас вообще не боевые, получается. Ну ладно. Рот, Окстав. Давайте пятюню Поушенов купим. Дай-ка я посмотрю, что у него. Чемист. У него почему-то даггер. Еще один чемист. Марлен тоже даггер. Давайте-ка... Рот возьмем. И давайте Окстав один возьмем. Не знаю зачем. Просто пригодится. Так, что по шапкам? Да, смотрите, Ливерхат у всех есть. Очень неудобно. Нет, подожди. Очень неудобная на самом деле система. Экипинг у всех. Ну да. Ладно, давайте возьмем тогда антидот. Тоже 5 на всякий случай. Айдроп. Тоже давайте 5. Ну и Феникс Дауны. Феникс Дауны нам нужны очень сильно. Они вообще всем нужны. Фитинг рум, что такое? Не хотите попробовать? Так. Нет, подожди. То есть это для магов, и оно тут не подходит. И оно не подходит, да? Ладно. Все, ты меня раздел прям догола. Я пошел. Бар. Слухи.
Мертвые тела. Ну, давайте сразу, типа, мы такие прошаренные. Королевство Амдория. 50-летняя война. Она, короче говоря, закончилась. Все, насрать. Окей. А, смотрите, у нас есть две точки. По идее, нам в Игрос Касл. Но на пути у нас стоит Мандалия Плейнс. Давайте зайдем, посмотрим, что это за Плейнс. Я тут еще не был. А, вообще, вот на этом месте я, собственно говоря, вчера и закончил. Вот, поэтому мы с вами сейчас посмотрим, что там в бою. А, засейвимся прямо в эмуляторе, чтобы не ждать сейвпоинт. Я коварен. А, смотрите-ка, сюжетная сцена. Бальбанес, короче говоря, доживает свои последние дни. Священный рыцарь. Конец 50-летней войны. The Beowulf Residence. Как там на поле боя? Смогли отобрать Лимберри. Только вопрос времени, перед тем, как Ордали Арми покинет Зелтению. Не волнуйся. Секретный посол был отправлен каунту Ленарио. Отправленный к нему вернулся. Каунт Ленарио согласен на ваше предложение. Отлично. Наконец, эта длинная война подошла к концу. Отец, говорит Альма, не плачь, дочерь моя. Где это там хоспорт, когда он нужен больше всего? Мой... Дайсдарк Зальбаг. Мой любимый, мои любимые сыновья. Позаботьтесь о хоспорте. Он может быть всего лишь наполовину ваш брат. Но для меня он плоть от плоти, так сказать. И тут вваливаемся мы. Папочка. Сделай голос потише. Я рад, что ты пришел. Позволь посмотреть на тебя. Отец. А, да, давненько я тебя не видел. Ты стал отличным парнем. Ты начал занятия в академии весной, не так ли? Пап. Слушай, Хоспорт. Беоульф служили королевской семье поколениями. Дух воинов внутри нас. Не посрами своего имени, никогда не предавай справедливость. Живи, так сказать, как указывает тебе сердце, пусть это будет путь воина, путь Беоульф. Я понял, отец. Делита отличный парень, он должен служить тебе хорошо. Я попросил, чтобы его приняли в академию. Он будет служить тебе. Умело его использовать. Да, папочек. Позаботься об Альме. Стань отличным рыцарем, Хоспорт. Рыцарь Хоспорт. Такая звукопись. Звукопись. Хорошо, хорошо. Обязательно станем. Так, ну что, давайте посмотрим на новую локацию. Вот эту Мандалия Плейнс. Там стопудово сейчас будет драчка. Если она небольшая, то я думаю, мы ее сдюжим прямо сейчас. Если нет, то оставим на следующую серию. Так, Capacity 4, Remaining 3. Давайте, значит, не зная брода, встанем сюда. Далее, где у нас Чемист Паркер? Сюда. Ханна, Вики. Этого ставим сюда. Ну, он сильный просто. Еще одного ставим сюда. И все, я так понимаю, больше никого... А, мы можем еще поставить, серьезно? Нет, не можем. Ну и хватит. Да-да, я понял. Я не знаю, как выглядит карта, поэтому... Возможно, моя расстановка неправильная. Мандалия Плейнс.
Но в целом, какая разница? Давайте посмотрим. Чё к чему. Все еще дышит. Что нам делать? Не будь глупцом, нам нужно добраться до маркиза, видимо. Или забрать маркиза, точно. Не вини нас, вини судьбу. Ну да конечно. Что, черт? Рыцари Хакутен. Death Corps. Они кого-то атаковали. Давайте-ка надерем им жопу. Наша задача уничтожить Death Corps. Спасти его наш приоритет. Давайте спасение. Save Algus. Condition for winning. Так, ну это будет сложно. А если мы ломанемся к ним, и они сразу, короче, это самое. Этот гад, говнюк, ходит сам по себе, короче. Подкрепление, спасибо, боже. Этот сейчас жмых тоже будет сам ходить, да? У них, я смотрю, вот этот вот в зеленой шляпе, это явно арчер. Хотя нет, вроде thief. Но вообще, мне кажется, что... Нет, он, видимо, арчер все-таки. У него лук, походу. Иначе что он так далеко отошел? А, они все реинфорсятся, да? Там вот одна зверюшка. Зверюшка может оказаться очень неприятной. Так, они группируются. Давайте-ка и мы как-то подгруппируемся. Что у тебя есть? Ни хрена у тебя. Waiting. Клейтон Сквайр. Не хотелось бы, конечно, терять солдат, честно говоря. На первых же миссиях. Так, этот встает сюда. И ждет. Теперь я хожу, да? Встаем здесь. Идем свиньей, короче. Вот эта срань меня смущает. Она больно здорова. Хотя она, по-моему, вообще ни за кого. А кто это там стоит? А, это Альгус. Отходи, Какой же ты дебил. Я же не успею до него добежать. Тут еще эта пума сраная. Нам нужно добраться до него как можно быстрее, потому что его сейчас там кокнут. Но мы не доберемся. Это очевидно. Но слишком большое расстояние. И это плохо, потому что... И тем более лекарь не доберется. Вот что особенно печально. Так, а это я куда попаду? За его спину? Это не имеет смысла. Пума напрягает. Нужно лекаря подгонять, а как? Но они сейчас его загасят. А, так ты говно ходячий. Господи, а я-то думал, что это серьезно. Ладно. Че этот придурок делает, вообще непонятно. Так, подожди, дай-ка мне
сообразить, что мы вообще можем. Можем ли мы того атаковать? Нет, не можем. Тогда давай отсюда. Бей рысь. Она умеет, кстати, обрати внимание, умеет отбивать в ответ. Это не очень хорошо. Надо ее выносить быстрее. Вот он, видите, маленький процент вероятности, что делает. Так, пригоняем сюда этого. На этот раз делаем акт, поушен. Сто процентов плюс 30 хп. Лови-ка. Угу. Ну что, давай встанем здесь. Так сказать, живым щитом, да? Гац, виш. Давай-ка мы его подкормим. 20 хитпоинтов добавим. Но это отнимет у нас, по-моему, десятку. Типа того. Да. Ладно. Ладно. Охренеть ты, крыса, а? Этот убегает, смотри. Кто же будет меня бить? 9. Ну, такое себе, конечно. Эти там сами себя, короче, закрыли. Довольно глупо с их стороны было, но... Ну, я говорю, фигня, не атака. Это рысь вообще не опасна. И она держится особняком. Я так понимаю, что она типа... Он делит или левелап уже. Что она типа как бы случайно оказалась здесь. О, там плохо дело у нашего друга. С другой стороны, этот придурок не умеет в ответ бить. Ну что ж, ты попасть-то не... Вот, видите, вот начинается. 75, и ему это уже не по зубам. Прям как в XCOM. Вот серьезно. 75 это прям вообще не гарантия победы. И по всей видимости здесь рельеф еще играет роль. Я не знаю, я не читал ничего на эту тему. Но по всей видимости рельеф серьезно играет роль. Потому что мне кажется, что у них снижается все это дело именно за счет... рельеф. Так, стопроцентная вероятность, давай. Нашего главного героя уж точно нельзя терять. Ждем. Пока ждем. Не-не-не, мы муваться не будем, давай бить. Мы здесь будем как затычка, короче, стоять. О, а он еще и полуш накидает, смотри-ка. Ну это хорошо. А у этих, походу, не осталось никого с полушинами, да? Ну что ты мне сделаешь? Ну что, 4? Офигенно. Еще и левелап получился такое говно вместо атаки. Так, они будут по очереди, да, выбегать, я так понимаю. Давай-ка мы с тобой сюда сейчас. Подкидываем поушен в него. Его там немножко задели.
Так, теперь ты. Точнее, я. Теперь я. Что тут у нас 35? Ну, это ладно. Был 35, стало 20. Они там все на холм этот сбегают, короче. Так, вот ты меня очень интересуешь, честно говоря. Давай-ка мы с тобой подойдем к ним, так сказать, с черного хода. Обратите внимание, это вот для нас с вами, условно говоря, как для гейммейкеров, коими мы на этом канале то также являемся, да? Мне кажется, это интересный момент. У них фиксированная атака. То есть она либо проходит, либо нет, но она фиксированная, она никак не меняется. Ее размер никак не меняется. То есть там написано, что... Вероятный урон 15. И он либо 15, либо 0. Так. Так, давайте накинем все-таки поушен на всякий случай на него. А, подожди, так это на него. А у кого мало жизни-то? Ну давай на него. Джоп левела по Паркеру. Двадцать хитпоинтов — это плохо. А, ну у этого 11. Хорошо, что попал. Хоспорт левел ап. А теперь мув и уходим вот сюда. Знаете, на всякий случай. Ну, на всякий. Ну, мало ли что. О, заодно подлечится. Ну, мы его спасли, это хорошо. Эти уже вряд ли проживут. Долго. Мы их загнали в угол буквально. Давай, добивай его. Угу. Все, все пути к отступлению перекрыты. Ну что ты будешь делать со своими 6 хитами? Не понимаю, кто ходит-то? А-а-а!
Нет, подожди. Move. Почему ты не можешь? Ну жди тогда. Зачем атаковать? Он не может встать на то место, где труп, что ли? Подожди, я что-то не понимаю, ни хрена. А как ты предлагаешь его атаковать? Ну окей. Вообще-то довольно странно, чем все тебе мешает встать на труп. Как бы это ни звучало. Ну ладно. Главное, что мы победили. Are you okay? Barely, but the Marquis. Marquis, ты имеешь в виду Маркиз Элмдор? А ты кто? Мы кадеты военной службы. Думаю, мы можем помочь. Расскажи нам больше. Congratulations, the battle is complete. $700 заработали. Военный трофей, potion. Все. Ну такое себе, конечно, такие себе трофеи. Now loading. Лучше бы ты now saving сделал. I'm Algus of the Limberi Aegis Knight. Рыцарь. Я имею в виду кадет, как и вы. Я Хоспорт Беоульф, это Делита, хороший друг. Беоульф из Хакутена? Вот это мне повезло. Чё? Умоляю вас, пожалуйста, помогите мне спасти маркиза. Ты о чем вообще? Маркиз все еще жив. Его похитили они. Его убьют, если мы быстро не, что-то не предпримем. Я не знаю, что бы я сделал, если бы... Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Успокойся, мы же не знаем точно, что его убьют. Должен быть какой-то резон, почему Death Corps забрали его. Возможно, они хотят выкуп. К тому же, мы ничего не можем поделать. Маркиз был похищен, и... Я уверен, что теперь все в замке Игрос похватали свое оружие. Надо добраться до Игроса и отрапортовать. Хорошо, давайте так и сделаем. Можно мне сейф, пожалуйста, игра? Нельзя, да? Ну ладно. Что ж, господа, вы были на секретной космической станции Хоспорт и я Хоспорт. Вот такая вот у нас первая серия по Final Fantasy Tactics, которая должна была быть стримом, но стала просто тупо серией. Ща я пойду послушаю, как на этой записи звучит мой голос. Помогли ли упаковки от яиц? А вам что? Я желаю хорошего Нового года. Он наконец наступил. Этот стрим должен был выйти раньше, поэтому поздравления были бы более актуальны. Но и так, в принципе, сойдет, да? Оставайтесь с нами, оставайтесь на этом канале. Читайте нашу ранобу экспериментальную. Она как раз только что закончился первый том. На следующей неделе начнется второй. И мы будем издавать первый том отдельно через... как это называлось-то? Ридеро. Во всех магазинах, в общем.
Ну и, да, кстати, игра продолжает делаться, очень сильно замедлилась в последнее время, но скоро будет видос, я надеюсь, плюс-минус. Ну и проходим интересные игры, собственно говоря. Вот первая ласточка, игра, в которую я хотел поиграть в детстве, но так и не смог. Вот, наконец, сегодня я поиграл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а на этом на сегодня все. Вы были на секретной космической станции Хоспорт, и я Хоспорт. До новых скорых встреч. Пока.